под ваши крылья ангелы небес, что вашей статной царственности надо. Ленивца ль сына вы пришли шурить, что дни идут, а он под злую руку приказов ваших страшных не свершил. Не правда ли? Цель моего прихода донат жизнь, твою почти ослепшую готовность. Посмотри, что с матерью творит. Она не в силах вынести удар. То Лоли слаб страдает больше всех. Скажи ей что-нибудь. Что с вами, мать? Нет. Что с тобой? Ты смотришь в пустоту. Толкуешь гробы с воздухом бесплотным. И конечно, нечаянно глаза. Так сонные солдаты по сигналу взлетают вверх концы твоих волос и строятся на вытяжку. Огонь болезненно растужат невозмутимости. Чем полный взор? Ты не жри! Смотрите, как он бел. История его и эта бледность могли растрогать камень. Отвернись! Твои глаза мне душу раздирают! Она на хлебе! Твердый суд устает! И я готов лить слезы вместо крови! Я говорю, глаза! Ничего не слышу! Нет, не наши голоса. О, живой, живой. Туда взгляните. Отец мой совершенно как живой. Видите, скользит и в дверь уходит. Все это плод твоей больной души. По части духов белая горячка большой искусной. Белая горячка. Мой пульс, как ваш, отсчитывает так. И так же бодр. Нет нарушений смысла в моих словах. Переспросите вновь. Я повторю их, а больной не смог бы. Во имя Бога бросьте ваш бальзам. Не тешьтесь мыслью, будто все несчастья не в вашем поведении, а во мне. Такая мазь затянет рану коркой. Но скрытый гной вам выест все внутри. Вам надо исповедаться. Покайтесь содеянным и берегитесь впредь. Вам надо исповедаться. Покайтесь содеянным и берегитесь.